Мы хотели сразу поздравить
сегодня именно в эти дни нам из мэрии прислали благодарности для наших замечательных участников этого большого фестиваля, который проходит под эгидой мэрии. И Зухра, давайте мы поздравим наших участников. Ну, вначале, конечно же, наших ведущих, Абдюханова Зухра, на которой награждается благодарностью за активное участие в Московском детском фестивале национальной культуры «Мой дом Москва». Зухра и Хусяинов Ильяс. Давайте сюда. Также мы бы хотели наградить благодарностью от правительства Москвы заслуженную артистку Республики Татарстан Ахмеджан Ахню. Альфина Ахмеджан. Ну, я думаю, они сейчас готовятся с утра, да? А мы исполним песни, потому что они все наши непосредственные участницы наших всех программ «Акафат» и наши же и певицы. Мы хотим исполнить песню, которая называется «Бисмиллях Рахмен Рахим». Каждое свое мероприятие, не только татарское, но и все русские мероприятия мы начинаем именно с этой песни. Все вы знаете, что это во имя Всевышнего Аллаха, милостивого и милосердного. Бисмиллях Рахмен Рахим. Чтобы в мире.